Как воспитать ребенка счастливым и успешным, обсудили приемные родители и представители профильных министерств на выездном заседании Общественного совета при Самарской губернской думе. Проблемы у всех схожие. Мамы и папы из 18 районов области поделились своим опытом и получили консультации специалистов социальных служб. Встреча прошла при участии психологов и общественных организаций. На территории Самарской области более 2600 приемных семей. В каждом муниципальном образовании у нас создан совет приемных семей. На сегодняшний день у нас 18 советов приемных семей. Это самые активные. Поэтому в реализации данного проекта участвуют наиболее активные приемные семьи и семьи, которые имеют уже опыт воспитания приемных детей.